альбом из рук нашего старшего товарища доктора Казуми Оцука. Прошу вас. Спасибо большое. Да, мы очень рады, что вы смотрите потрясающие ролики. И теперь идея фотографии вдвоем вместе, два новоиспеченных. Добрый день. Для меня сегодня большая честь получить это высокое звание «Молодежный посол мира». Я на самом деле очень волнуюсь, потому что первый раз получаю в жизни такую замечательную диплом. И хочу выразить свою благодарность руководителям Федерации за всеобщий мир Константину Крылову и Дмитрию Самко. Хочу сказать, что буду стараться нести это высокое звание с достоинством. У меня есть футбольная женская любительская команда, и мы действительно делаем матчи за мир. То есть мы устраиваем дружеские матчи с актерами, собираем средства для больных детей, устраиваем благотворительные матчи для детей-сирот. Мы всегда стараемся участвовать в таких миротворческих акциях. И для меня сегодня большая радость получить посла мира, потому что действительно это важно во всем мире сохранить мир. Вот. И я хочу сказать, что мир сейчас важен для всех наций, особенно для России. Я сама патриотка и надеюсь, что в будущем в нашей стране будет все только лучше и будет мирное небо над головой. Спасибо.